будете ждать? Что вы будете ждать? А если завтра не будет такой можливости? Спускайтесь, мы чекаем вас. Не-не-не, это не мы. Седьмой путь, то есть это подъезд только на втором этаже. На втором? Да. Не. Не, еще чекаем. Я сейчас спущу. Давай. Раз. Сюда зажилася. А ну-ка. Переступайте, стекло сюда. Стой, так, подожди. Давайте руку. Не спешите, не спешите. С этого подъезда два человека. Да, с этого подъезда, да. Руку. Причем заказывали еще на другие, да? Там уже забрали. До свидания. Сусіди не хочуть виїжджати? Я не знаю. У них воно машина стоїть. Вони, може, не хочуть? А багато їх там залишилось? Їх четверо. А не кажуть, що не хочуть їхати? Вони спочатку заказали, а потім нема куди їм їхати. Я из этих двух котов тут оказалась. Я в тот день, когда вот это все началось. Давайте, оставайте, в этом побалакаем. Съездила к ней, отвезла ее вещи. Я говорю, дочь, тут все хорошо, говорю, тут сухо. Я остаюсь. Я завтра сама, говорю, приеду. А до вечера как началось, что-то такое непонятное. И ехать уже не могу, да? Никуда и что? Переступить сможете сюда на ступеньку? Оля, так. Давайте, нет, держите. Я же спортивные штаны надела. Для таких всяких дел. Оп. И вот сюда, на чемоданчик. Набрать. Когда вы еще поплавали по своему району? А когда людей назад завезут? Я думаю, когда уровень воды упадет. Сейчас все будет. И голову аккуратно ложите. Все, лежите. Так, ты понимаешь, повыше. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Я пригнал уже лодку, железную, да. Мы готовы. Моторы погнали. Да. А я на первую езду. Мы первую прошли. Вы один не вытянете. Ну, помогайте, что стоим. А где наши? Возьмите кто-то, он тяжелый. О, зашли обратно. Не спешите. Очки, какая она гибкая. Капец. Давай, да, полностью спи. Вот так берешь. Ну, голову придерживай. Да, да, я понял. Так, да заправка, что у меня с этим расходом не лохало. Погнали, что там, ребята, сразу. Опа! Оставайте вторую. Не ори на меня. Лев. Это не я. Мы там КГБшника нашли одного второго. Мамочки, ну давайте все, да? Да, покажу.